Друзья, всем привет! Канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Мы сегодня вам покажем самовар, самовар трактирный. Буфетный его еще называют. На 20 или 25 литров. Он у нас не умещается. Давайте мы его попробуем вот так вот снять. А теперь место-то сколько? Рядом стоит обыкновенный стандартный самовар. На 5 литров. Посмотрите, какого монстра мы снимаем. Даже вот стенка мешает. Стенка мешает, чтобы охватить его. А здесь у нас родная крановая пара. Он, кстати, он отличается от больших 40-литровых самоваров. У больших он шире и более округловатой формы. Тут он вот именно такой, четких линий. Угол идет вот так резко. К сожалению, у меня нету с собой рядом 40-литрового краника. Но отличие хорошее, большое. Вот. И ручки совсем другой формы по сравнению с 40-литрового. Ну, кольчугинские. Чисто кольчугинские ручки. Вот вы определили, что этот самовар именно произведен в Кольчугино? Я предполагаю, да. Мы же с вами проезжали, да. Через Кольчугино. Это где, какая область? Недалеко от Москвы, кстати. Да. Получается, точные копии маленьких кольчугинских самоваров, по факту. Они бывают 2-литровые, 3-литровые, 5-литровые, 7-литровые. А мне вот кажется, что у него вот ручки, хватки неродные. Да, совершенно верно, Роль Любый. Нет, а тут получается родные были ординарные ручки, не такие трактирные ручки, обычные ручки были ординарные. У меня, я как бы много занимаюсь, давно занимаюсь самоварным делом, у меня было где-то порядка 30-40 литров самовар, вот 40, наверное, даже 40 литров самовар, а вот именно вот такого литража у меня третий раз попадается. Первый раз в таком состоянии. Один раз у меня он был без трещин. Вот. Второй раз он у меня был чекаленный. А вот сейчас вот он именно в люксе. У него дорозорник родной. Ничего с ним не случилось. И хотел бы еще показать, что говорит о хорошем сохранении этого самовара. У трактирных самоваров обычно загорает труба. Верхняя часть. А тут видите, в каком он хорошем состоянии. Толстостенный. Классник внутри родной. Если показать внутри. Ну, самовар именно в люксовом состоянии, на мой взгляд. Вот. В замечательном состоянии. Новое лужение сделано внутри. А никель у этих самоваров, ну, изначально плохой, поэтому вот он. Такой желтый. Желтый, да, полированный. Ну, действительно, очень хорошее состояние. Вот у него просечки интересные еще. Именно кольчугинские просечки. Вот они, да. Очень замечательный, хороший, замечательный самовар. Круглые дырки. Ну да, отверстия. Отверстия технологические. Да. Вот. Обалденный, хороший самовар. У меня вот действительно вот первый раз такой. Друзья, вот мы посмотрели с вами самовар. Кольчугинский, 20 или 25-литровый, замечательный, красивый. Вот, с вами канал 1, 2, 3, 4, 5, вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на этот канал. Будьте с нами на этом канале. Сердечная благодарность людям, которые подписались, смотрят этот канал. Спасибо всем, до свидания. Берегите себя, своих близких. И до новых встреч на канале.